мотогонщика, 19 лет. Мотогонщик. Мотогонщик. В какой-то степени РСБК является для меня дополнительной тренировкой, дополнительным опытом. И также очень здорово, что здесь все русскоговорящие, скажем так, все, ну, парни рады меня видеть, я рад видеть парней. Давай ты, а я в клип-стриме. Давай, типа, сначала я, потом сразу тебя за мной. Ну ты, короче, больше сторону, или там я пойду? Нет, ты сразу, как моя голова отходит, и сразу. Понял? Давай. Круто объясняет, спокойно, понятно, доступно. Если была бы возможность, то где бы я тренировался? Наверное, конечно, за рубежом. И тем приятнее, что здесь есть люди, которые катаются реально на мировом уровне. Подъезжая к нему уже там на остановке или на перерывах, он тебе эти же ошибки указывает и рассказывает, как их либо избежать, либо нивелировать, либо что-то сделать по-другому. Отличнейшая погода. И я вот с прекрасными цветочками сижу здесь и слежу за ребятами. Надеюсь показать хороший результат, поэтому болейте за меня и следите за новостями.